следить с одним человеком. Он живет в таком богатеньком доме и, ну, довольно в хорошем месте таком. Я буду сегодня за этим следить, но я узнал, как можно взломать камеры дома. Вот так. И все, я все вижу здесь. Надо посмотреть. А, я вижу по... Ну, не. Зачем она вышла на улицу? Я ее так не вижу. Надо ждать, когда... А, она домой, она домой, она домой, она домой. Ва, вижу, вижу, вижу. Что делает? Да. Ладно, может быть, я лучше пойду к ней прям домой. Надо попасть вот прям вот так хорошо. Куда это сюда? Погнали. Или нет? Надо не сюда. Нет. А, да, лифт здесь есть. Так, посмотрим. Может, на улице опять? Она возьмет машину. Ладно, я тогда тоже возьму машину. Зачем? Но она вроде не должна меня видеть. Здесь она уже едет. Да, следи, следи. Не, я лучше поеду туда. Я знаю, куда она, мне кажется, поедет. Я могу посмотреть, что она. Я ее перекрою здесь. Да! Чтобы было не палевно. Ну, чтобы она подумала, что я за ней не слежу. Она. Мне кажется. Она так могла. Она туда. Она будет летать сейчас. Наверняка на этих дронах, поэтому мне надо взять вертолет сейчас. Быстрее, быстрее, быстрее. Быстрее, погнали, погнали. Так. Быстрее, хеликоптер, хеликоптер. Берем агентство, как будто я агентство. Так, быстро наверх. Сейчас нам надо максимальную лучше скорость взять. Ну, не, надо лучше подальше как-то вот сюда куда-то. И вот так за ней следить. Вместе лучше больше стоять. Она куда-то полетела. Так, я за ней. Да. Я заболел. Поэтому ждите много кашля. Я прямо и тут. Ну, надеюсь, она меня не увидела. Где она упала? Мне кажется. Куда-то, мне кажется, упала. А, вижу. Она будет грабить банк? Что она будет делать? Я просто послежу. Да, она будет грабить банк. Она туда лучше. Погнали, погнали, погнали. Так следим, следим. Куда она ушла, куда она ушла? Или она пошла в секретку. Значит, я буду ее поджидать. Там, да, ладно, вертик бросаем. Надеюсь, беспалевно будет же, да? Надеюсь, да. Ну ладно, возьмем эту. Почему она желтая? Надо черную. Сюда. Либо надо проверить. Я мог сейчас спалиться.
Куда ты уходишь? Ладно, я поеду с той стороны лучше. Так будет легче посмотреть, что она там делает. Где? Где она? Я, наверное, она что там делала? Погоди, надо приехать. Поближе чуть-чуть. Да нет, я убил машину. Что за взрывает? Странный игрок. Но лучше взять с крышей. Надеюсь, она не видела. Побежала сейчас домой. Ладно. Лучше мне надо взять такую машину и подъехать. Можем взять другого. Вот так, вот какую-то такую. Но чтобы она меня сейчас не узнала. А то, мне кажется, она видела меня. И может она подумает, что нет. Ну, она не думает, мне кажется, что за ней следит. Сейчас или взламывать камеры, или смотреть с помощью бинокля. Ну, пока я вижу с бинокля. Лучше взломать камеры тогда. Так. Во. Нужно за ней смотреть, там, что она будет делать. Ну, походу, богатая тогда. Ну да, это видно по дому. Лучше прибраться уже в дом. Что это за пипси? А, это, кстати, одна из секреток. Вот эта пипсилька. Есть одна секрет. Погоди. Или это не она? Сейчас я вам быстро покажу одну секрет. Да. Если вы это нажмете, появится в том... Не в бункере. Ну, короче, что банковской секретки. Ладно. Заходим. Да. Взламываем. Ну, здесь какие-то дети приходят просто. Нет, нет! Так они меня спалят сейчас. Или это ее друзья? Да, еще хуже. Надо сейчас пробираться. Дай мы ее потроллим. Чуть-чуть. Я знаю как. Это будет весело, поверьте мне. Я часть деньгу бесконечно. Она не поймет, кто это. Она стрессует. Я это вижу. Пока она там стрессует, надо быстро... Чуть не спалился. Быстро, 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 быстро. Так. Куда-то уходи теперь. Сюда, 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 сюда. Бьем, бьем. Куда-то. Сюда. Уплываем, уплываем. Теперь я могу притвориться ребенком, попасть в ее дом и снять какую-то информацию. В принципе, могу стать просто вот маленьким. И все. Главное, чтобы она меня забрала домой. Привет, привет, да, привет. Мне нравится, значит, я могу. Почему она сама, если что, нажалась? Да. Я напишу, что там. Почему капслок? Ну, она теперь поймет, она должна понять. Да, у меня есть ром. Погоди, я проверю. Да, есть. Да, и теперь мне надо походить по дому. Может, я найду какую-то секретную информацию. Это
Это не точно. Так. Где? Надо написать, чтобы она мне показала экскурсию по этому дому. Пожалуйста, экскурсию. Да! Да, и думаешь, я понимаю, когда ты дрыгаешь просто. Ладно, мама, я пошел. Главное не узнать сейчас секрет, где она держит вот такого ребенка. Я сейчас покажу. А, вот такого ребенка просто его похитили. Это если что, сейчас фоточка. И мне главное сейчас досмотреть в камерах так, чтобы я его мог увидеть. Просто все говорят, ну что это про то. Ну, что, может быть, это она сделала. Поэтому лучше смотреть. Это он! Теперь у меня есть доказательства. Ладно, это будет заканчивать на этом. Пока.